Студенты, которые только поступили в наш университет, навсегда запомнят свой первый день в его стенах. В 2009 году для каждого факультета День знаний был проведен отдельно, чтобы у ребят была возможность ближе познакомиться с преподавателями и новыми товарищами по учебе. Многие из наших студентов впервые увидели Российский университет дружбы народов на днях открытых дверей, которые в Руден проходят 3 раза в учебном году. В этот день абитуриенты могут лично убедиться в преимуществах выбранного ими вуза, ведь лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. День основания Университета дружбы народов в 2009 году стал своеобразной репетицией перед большим праздником 50-летия. Как всегда, министры, послы, бизнесмены разных государств приехали в феврале поздравить университет с очередным днем рождения. На традиционном конкурсе красоты «Мисс Руден 2009» большой актовый зал университета не смог вместить всех желающих. Удивительно красивые номера, яркие таланты и настоящее очарование соединились в участницах. Но в этот вечер победила не только красота, но и прекрасное чувство юмора и артистизм. Королевой Руден стала Виктория Веласко из Эквадора, которая действительно зажгла весь зал своими выступлениями. Африканские страны открыты для всех. На традиционной неделе африканской культуры все желающие могли познакомиться с ярким и неповторимым колоритом этого далекого континента. Выставки землячеств Руден посетили и послы африканских государств. Такой культурный обмен между студентами из разных стран в нашем университете проходит постоянно. Еще один яркий и незабываемый праздник для всех вузов Юго-Западного округа по традиции прошел 1 мая. Планета Юго-Запад – это возможность увидеть более 90 выставок земляческих организаций. Каждая палатка – мини-страна. Национальные костюмы, блюда, сувениры и танцы – так студенты Руден рассказывают о своих государствах и народах. 22 командам, представляющим не только факультеты, но и отдельные подразделения университета, было что сказать на юбилейном 10-м турнире «Что, где, когда». В 2009 году на эту интеллектуальную игру пришло особенно много участников. Каждый хотел показать свои знания, ведь в этом году турнир посвящен 50-летию Российского университета дружбы народов. А значит, на многие вопросы знатоки надеялись легко найти ответы. Но настоящий командный дух показала сборная ансамбля «Ритмы дружбы». Теперь за этим коллективом звание не только самого танцевального, но и самого умного. А вот самыми веселыми были признаны ребята из молодой команды КВН «Контра». В нелегкой юмористической борьбе они завоевали звание чемпиона внутренней лиги клуба веселых и находчивых «Руден». В этом году название Российского университета дружбы народов звучало с разных сцен города Москвы и все чаще под определением «лучший». В сентябре правительство Москвы вручило нашему университету приз за благоустройство территории в номинации «Лучший московский дворик». А уже через 2 месяца в Центральном доме предпринимателя Руден принимал поздравления как университет с лучшим студенческим городком. Достижение таких высоких результатов на уровне столицы было бы невозможно без постоянной и слаженной работы наших стройотрядовцев. Ребята усердно трудятся весь год, а в конце года специально для них в стенах Руден проходит праздник стройотрядов под названием «Вузу, городу, стране». Здесь награждаются лучшие бойцы и определяются задачи на следующий трудовой семестр. Но с работой наш университет помогает не только тем, кто пришел в стройотряд. Трудоустройству выпускников тоже уделяется большое внимание. В 2009 году в холле главного корпуса прошла ярмарка вакансий «Выпускник 2010». В ректорском зале собрались представители ведущих российских компаний, чтобы обсудить возможности взаимодействия с Российским университетом дружбы народов по проведению практик и обеспечению рабочими местами студентов и выпускников. Российский университет дружбы народов стимулирует научную деятельность не только своих студентов, но и одаренных школьников города Москвы. Каждый год в стенах нашего университета собираются ученики различных столичных школ, чтобы представить свои проекты. Ярмарка идей на Юго-Западе может похвастаться разработками ребят в самых разных областях. От рукоделия до сложных технических конструкций. Именно такие активные и интеллектуально развитые ребята потом составят золотой фонд студентов Российского университета дружбы народов. А увидеть этот золотой фонд в полном составе можно на ежегодном слете отличников учебы РУДН. В 2009 году, как обычно, самые светлые головы нашего университета получили благодарственные грамоты и ценные подарки от ректора и ученого совета университета. Среди отличников нашего университета немало талантливых спортсменов. Ведь занятия самыми разными видами спорта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Руден» проходят круглый год. Здесь все – от настольного тенниса и волейбола до кикбоксинга и йоги. Но кроме обычных занятий физкультурой существует настоящий спортивный азарт. На соревнования в рамках ежегодной спартакиады в течение года каждый факультет выдвигает свою сборную. В этом году на открытии этого спортивного праздника чемпионом по итогам всех соревнований был вновь назван инженерный факультет «Руден». В 2009 году заслуженное 3-е место в первой лиге вузов Москвы завоевала наша сборная по самому интеллектуальному виду спорта – шахматам. Такой же результат на первенстве вузов показала сборная университета по регби.
Но на Кубке Победы наши регбисты стали золотыми призерами. Настоящие футбольные страсти потрясли Российский университет дружбы народов в сентябре этого года на финальном матче малого чемпионата мира среди студентов. Честь побороться за чемпионский титул и Кубок ректора РУДН в нелегкой борьбе получили сборные Камеруна и Нигерии. Но мастерство и немного везения сделали свое дело. Чемпионы мира по футболу среди студентов в 2009 году стали нигерийские футболисты. С большим размахом и поистине восточным колоритом в Российском университете дружбы народов прошла неделя культуры арабских стран. Национальные выставки, завораживающие танцы и научно-практические конференции. Такую программу подготовили землячество для своих гостей. А среди них были и послы арабских государств, и видные ученые-востоковеды. В 2009 году специально для участия в культурной неделе Востока Университет дружбы народов посетили арабист и писатель Александр Проханов и председатель Комитета по культуре Совета Федерации Александр Дзасохов. Такие мероприятия нашего университета призваны развивать взаимопонимание между различными народами. Все студенческое сообщество Российского университета дружбы народов понимает и поддерживает развитие толерантности не только в стенах вуза, но и за его пределами. Первая декларация толерантности РУДН была подписана 2 года назад. В 2009 году эта процедура повторилась. Президенты земляческих организаций от имени студентов своей страны скрепили подписями принципы взаимного уважения между всеми народами, представленными в нашем университете. Эта декларация не просто официальный документ, ведь здесь знакомятся и дружат представители самых разных национальностей и объединяет их обучение в Москве, в Российском университете дружбы народов. Нас подружила Москва, так был назван первый фестиваль стран СНГ и народов России. На ярких национальных стендах в этот день можно было увидеть не только предметы обихода, но и старые военные фотографии, копии орденских книжек. Все мероприятия фестиваля, выставки, конференции и концерт были посвящены победе советского народа в Великой Отечественной войне. И всем представителям стран СНГ было что сказать о военных подвигах своего народа. Теме Второй мировой войны в нашем университете посвящен ряд круглых столов. Участие в таких заседаниях принимают ветераны, преподаватели, историки и студенты университета. Основная цель – накануне 65-летия Великой Победы вместе разобраться в причинах и ходе тех событий и сформировать объективную точку зрения на эту войну, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем. Для иностранцев такие круглые столы – еще одна возможность узнать больше о России. А вот увидеть своими глазами все народы, входящие в состав Российской Федерации, студенты могут на фестивале «Народы России». Слова «из России с любовью» лучше всего характеризуют такие концерты. Ведь каждое выступление здесь наполнено любовью артистов к своей малой родине, которую они представляют всему миру на сцене РУДН.